Объектив Фаеном КВ-16 мм f2.8 АРВР оценен производителем в $400. Компания Фаифилм представила объектив Фаеном КВ-16 мм f2.8 АРВР, предварительные сведения о котором появились некоторое время назад. В описании новинки, предназначенной для беззеркальных камер Фаифилм формата APS-C, производитель отмечает высокое качество изображения, внутреннюю фокусировку, а также быстрый и почти бесшумный шаговый двигатель автоматической фокусировки. Кроме того, к достоинствам объектива относится защита от пыли и брызг. Объектив гарантированно сохраняет работоспособность при температуре до минус 10 С. Технические характеристики объектива Фаеном КВ-16 мм f2.8 АРВР. Ожидается, что объектив Фаеном КВ-16 мм f2.8 АРВР в черном цвете появится в продаже в марте, а в серебристом – в мае. Рекомендованная розничная цена примерно равна $400.